Отличный вечер вполне может стать еще лучше, если команды покажут свой класс. Всем привет и добро пожаловать на футбол. Буквально несколько слов о комментаторах сегодня. Обошлось без сюрпризов, как ни странно. И для вас работают Константин Генич и Георгий Черданцев. Смотрим мы сегодня трансляцию матча чемпионата. Отличный футбол ждет нас сегодня. Мне кажется, мы сегодня должны увидеть хороший футбол, потому что нападение у тех и у других очень неплохое. Ну и забегать вперед, разумеется, не будем. Просто давай будем в ожидании хорошего, классного матча с забитыми мячами. Первый тайм начался. Орбан. Внимание, Николич. Хорошо тут сыграл. Первые забивают меньше всех в лиге, а у вторых лучшая защита. Статистика, конечно, это полезно и нужно, но ведь любой коллектив может и в непривычном для себя стиле сыграть. Георгий. Неудачно распорядился игрок мячом, и соперник не преминул этим воспользоваться. Генрих Мхитарян. Очень здорово он открылся и получает эту передачу. Браво! Вратарь, браво! Да, они упустили выгодный момент, но игра продолжается, а болельщики продолжают их гнать вперед. Отлично увидел возможность и забросил мяч в атаку. Защита первая на мяче. Вынос. И прямо в центр штрафной мяч летит. Казалось бы, уверенно команда продвигалась к воротам соперника, но в результате потери мяча. Что-то он может придумать с мячом сейчас. Опасно тут может получиться. Справляется вратарь, но есть возможность добить мяч в ворота. Ну, не должен так слабо защитник играть на таком уровне. Защита в ударе. Вовремя перекрыли путь мячу. Идет мяч в штрафную. Ну, не смогли придумать продолжение в этой атаке и потеряли мяч. Мяч к сопернику переходит. И это удар! И это гол! Первый гол в этой игре и, будем надеяться, не последний. Тот
Повтор забитого гола мы с вами видим. Все четко в этом эпизоде сделал игрок нападения. Пробил сильно и точно. Не стал ничего выдумывать и послал мяч в сетку с близкого расстояния. Что сказать? Молодец! Один-ноль в нашей игре. Мяч уходит к сопернику. И как он дальше мячом распорядится? Хороший пас вверх и вперед. Будет штрафную подавать. И что дальше тут будет? Вот это да! Отлично сыграно! Добрым словом сейчас судью на трибунах точно не вспоминают. Был тут пенальти, по мнению болельщиков. Отворот мяч будут в игру вводить. Избавляться быстрее от мяча нужно при таком прессинге. Судья решил много не добавлять. Минута до конца тайма. Мяч у соперника. Минимальное количество голов, минимальный перевес. 1-0 пока. Арбитр дает свисток к началу второго тайма. Смотрим. Генрих Мхитарян. Внимание, Николич. Адам Салай. Ждут они верный момент, пока что хорошо держат мяч. Внимание, Николич! Удар в штангу! Ничего сопернику не пришлось тут делать. Мяч сам к нему пришел. И борьба за мяч тут. Нарушение и штрафной удар. Все как надо вратарь делает. Уверен, он с этим ударом справляется. Ну, особой опасности этот удар не таил, но выключить голкипер из игры было бы опасно. В центр штрафной мяч с углового летит. Гол! Как здорово он подстроился под этот мяч. Пробил отлично. Прекрасный гол. Повторяют нам гол, и здесь стоит, конечно, выделить передачу с углового. Из близкого расстояния, без труда, он отправляет мяч в ворота. Снова равенство на табло 1-1. 30 минут играть осталось. Генрих Мхитарян. Продолжает идти вперед.
Тут все очевидно, будет штрафной. Хорошо, успешно, полезно действовал в этом матче он, но тренер его меняет. Отличный момент есть. Не попадает он в ворота вообще. Хороший был момент. Старался пробить на технику, но не хватило точности. При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать флангом. Командам 20 минут осталось играть в этом матче. Пытается соперник мяч отнять у них, но очень уж хорошо в пас играют они сейчас. Отлично он играет на перехвате. Очень хорошо игру сейчас прочитал. Не устают болельщики гнать свою команду вперед. Они сегодня ждут только победы. Классно он удар накрыл. Хорошая возможность выйти вперед. Угловой удар будет. В центр штрафной мяч направлен. Неплохо, как выпрыгнул игрок, но мимо ворот мяч прошел после его удара. Хорошо разыграли мяч они в этой атаке, но не повезло с завершением. Далеко от створа мяч ушел. Показывает нам статистику матча, и хорошо видно, насколько одна из команд превосходит другую по ударам по воротам. Очень часто они бьют, но, к сожалению, для их болельщиков никак не могут попасть в створ. Хороший пас, что тут получится? Проходит эта передача, может быть опасно. Такое впечатление, целил в угловой флаг. Шире они сейчас играют, мяч на фланге. Генрих Мхитарян. Довести до ума эту атаку так и не удалось. Считанные минуты до конца поединка. Ох, какая нас ждет концовка. Уходит мяч к сопернику. Пас на фланг. Почти закончилось время у нас в матче. И это последний шанс забить сегодня. Это, возможно, пас века. Какой гол! Так пробить еще нужно решиться. Что-то мне подсказывает, Георгий, что мы увидим еще немало подобных ударов. Удаются они ему на славу. Тут не поспоришь. Ну, безусловно, этот игрок обладает высочайшим техническим мастерством, чтобы создавать и реализовывать такие моменты. Да, и совершенно непонятно, как защитники так легко дали себя пройти. После этого гола счет у нас стал 2-1. Тем интереснее смотреть. Три минуты добавлено к основному времени. Хороший пас. Что дальше? И это все на сегодня. Гости провели отличный матч и берут мяч к сопернику. Переходит.
Сегодня отношения выясняют первые две строчки турнирной таблицы, и если они хотят взять чемпионский титул, то терять очки нельзя ни первый, ни второй. Увидим все очень скоро на EA TV. Очень здорово, что сегодня буквально все сошлось, чтобы создать великолепные условия для проведения нашего матча. Георгий Черданцев и Константин Генич будут комментировать сегодняшний матч. Смотрим и сегодня трансляцию матча чемпионата. Даже не сомневаюсь, что нас ждет отличная игра. Спасибо, Георгий. У нас все почти готово к началу встречи. Я надеюсь, что футболисты настроены сегодня сыграть в открытый футбол. И хочется увидеть матч с большим количеством атак и забитых мячей. Играет он на партнера. Играют они в пас. От перекладины в ворота. Гол! Посмотрите гол еще раз. Отлично было сыграно в атаке, но к вратарю вопросы остались. Да и сам он это прекрасно понимает. Гол в ближний угол всегда рассматривается как ошибка вратаря. Один-ноль. Сейчас будет веселее. Марко Верратти. Слушайте, ну это просто Барселона Гвардиолы в лучшие времена. Потеряли они мяч. Сейчас есть кому мяч отдать из-под этого прессинга. Уверен, он сыграл сейчас. Андреа Белотти. Можно что-то придумать сейчас. Лоренцо Инсинье. Чуть-чуть поторопился игрок и попал в офсайд. Генрих Мхитарян. Все верно, края надо чаще задействовать. Можно подавать сейчас. Интересно, куда дальше мяч пойдет. Мхитарян. И это должен быть гол! Гол, забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И из такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. Ну вот так он почти в одиночку разобрался с обороной соперника. Индивидуальное мастерство, помноженное на техническое исполнение. Браво! В два мяча теперь одна команда ведет. Солидное преимущество. Джорджо Кьеллини. Хорошая атака прерывается. Отлично в прессинге сыграно и вернули себе мяч. Никола Барелла. Андреа Белотти. И вот он гол, вот их награда за игру с высоким прессингом. О да, давили они соперника и не давали ему с мячом ничего сделать, кроме как отдавать быстро и не всегда точно. Это и привело к результату. Никуда выигрывающая команда не торопится, катает мяч у себя на половине поля, но увлекаться, мне кажется, этим не стоит. Отлично они мяч держат. Навесом в штрафную можно сыграть. Генрих Мхитарян. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Кьеллини. Лоренцо Инсинье. Все возможности для контратаки перед ними. Из-за боковой мяч будут вводить в игру.
Верратти плохой пас, отдал перехват. Уверен, он с мячом идет вперед. Хорошо сыгранный навес должен последовать. И разрезающий пас на ход. Плохо он сыграл в этой атаке, выглядела она перспективной, но ничего не получилось. Инсини вообще на поле не видно, откровенно потерялся. В игру он откровенно не попал. Очень мало получает мяч в этой игре. Частично ответственность на полузащите, но и ему тоже не помешает работать активнее, открываться, уводить за собой защитников. Но пока мы, к сожалению, этого не видим. Отличное видение игры. Очень здорово он в перехвате сыграл. Ну что же, интересный тайм. Итак, второй тайм, и начинает его с центра поля Италия. Лоренцо Инсини. Италия идет вперед по флангу, и не встречают их там. Подавать тут надо. Угловой будет, хорошая возможность счет сравнять. Не стал он подавать через пас. Угловой разыгран. Лоренцо Инсини. Пока можно сказать, что смотрится он вполне уверен. Но если говорить конкретно о нем, то он сыграл весьма достойно, забил мяч, а вот его партнеры явно подкачали. Поэтому, наверное, пока команда и проигрывает. Марко Верратти. Гол! Еще главный! Они сравняли счет на табло 2-2, и остаток матча обещает быть интересным. Хорошо мяч вперед тащит. Ищет возможность для удара, судя по всему. Пытается соперник мяч отнять у них, но очень уж хорошо в пас играют они сейчас. Болельщики замерли на секунду, но пола нет, можно выдохнуть. Трибуны однозначной реакции ответили на решение судьи не ставить 11-метровый удар. Можно провести контратаку. Да, это могло быть очень опасно, но обороняющаяся команда сыграла очень четко в обороне и не допустила худшего. И произойдет замена. И мяч на фланг отправляется. Есть время и пространство для навеса. Совсем не получилось у защиты надежно сыграть здесь. Офсайд сигнализирует боковой. Нет никаких сомнений в том, что это вынужденная замена. Через одного игрока атака сейчас развивается. Мяч за пределами поля, удар от ворот. И не просто так мы его вспомнили. Классный матч проводит парень. Идет у него игра. Мы видим, в каких зонах он получает мяч. Много двигается и очень здорово, продуктивно работает на команду. И в забитом голе он тоже, как мы помним, поучаствовал. Джорджо Кьеллини. Флоренцо. Бернардески. Андреа Белотти.
Отдал явно не так, как задумал, и мяч ушел в аут. Снимает его с игры тренер, но, по-моему, отыграл он очень неплохо даже сегодня. Ну что, побежали они вырывать победу. Без мяча остаются они. Хорош он в отборе, мяч в аут уходит. 81-я минута. Алессандро Флоренцо. Замена готовится в команде гостей. Решил тренер немножечко освежить игру, и давайте посмотрим, кто покинет поле. Марко Верратти. Очень вовремя защитник играет на вынос. Такой матч просто обязан держать напряжение до последних минут. Отличный момент есть. Промахивается он из великолепной позиции. От ворота было всего ничего. Решил пробить на точность и не попал. Обидный промах. Основное время игры заканчивается через 2 минуты. Мхитарян. Очень опасно могло быть. Дает арбитр финальный свисток и фиксирует ничью на табло. Отличная погода у нас, отличный стадион, все условия для того, чтобы и матч получился на таком же уровне. Позвольте представиться, ваши комментаторы сегодня, это Георгий Черданцев и Константин Генич. Трансляцию матча чемпионата приготовили мы для вас сегодня. Отличный футбол ждет нас сегодня. Какие у тебя ощущения насчет сегодняшнего матча, Георгий? Вот, честно говоря, у меня ощущения очень хорошие. Команды неплохо готовые, здорово смотрятся в атаке, и я предвкушаю хорошую результативную игру. Навязал тот соперник борьбу за мяч. Свисток арбитра будет штрафной. Карточку почему-то решил не показывать. Делени. Эриксен. Пас в разрез очень точно.
Отправляет он мяч в сетку. Отлично сыграл в этом моменте. И уже в самом начале матча получилось вывести команду вперед. Генрих Мхитарян. Хорошо, они мяч держат. Свисток промолчал, значит, можно продолжать игру. Делени. Мягче, мягче надо бить по мячу. Ничего сопернику не пришлось тут делать. Мяч сам к нему пришел. Делени. Вполне за это можно желтую дать. Кристиан Эриксен подходит к мячу и, судя по всему, будет бить с дальней дистанции. Этот штрафной опасности для вратаря не таил. Мяч за боковую уходит. Делени. Кьер. Лассе Шене. Можно что-то придумать сейчас. Все верно. Края надо чаще задействовать. Мяч уходит за линию. Будет удар от ворот. Раньше времени он ускорился и залез в офсайд. С умом он мяч отдает. Бить надо и сравнивать счет. Не могу не отметить этот отличный дальний удар, пусть ворота и были пустыми. Вратарь в этом моменте с голом ворота потерял. На повторе это хорошо видно. Ничего тут не оставалось, кроме как просто отправить мяч в ворота. Не мог он тут промахнуться и не наказать соперника за ошибку. Счет снова равный. 1-1. Лассе Шене. Мяч уходит к сопернику. Теряют они мяч. Томас Делени. Хороший пас. Что дальше? Двигается с мячом вперед. Поульсен. В пас играют они неплохо, но нужно что-то делать дальше. Забивать нужно! Спасает вратарь, но мяч у атакующей стороны. Блокирует защиту удар, собственно, выполняет свою основную функцию. Отличный вынос. Хороший шанс есть у команды застать соперника врасплох. Пас на ход партнеру. Нужно забивать. Вот вам пример того, как нужно проводить контратаку. Достаточно скоростных футболистов в составе этой команды, которые в таких ситуациях оказываются незаменимы. Отличная контратака получилась. И главное, что получилось забить, повторяют нам этот момент. Но нападающий сейчас сыграл на уровне экстра-класса. Блестящее индивидуальное мастерство. Да, оборона развалилась. И похоже, что защитники просто наблюдали вот за тем, как мяч влетает в их ворота. Отыгрываться теперь нужно датчанам. Кристиан Эриксен. Делени. Делени.
Отличный момент, но оборона здорово тоже действует. Угловой, и есть возможность сравнять счет. Навешивает с углового Эриксон. Блокирует удар игрок. Вот так пока делался устным предупреждением. Да, теперь можно прослыть хорошим и воспитанным футболистом. Удар с пенальти, гол! Дает судья свисток на перерыв и первый тайм. Второй тайм начинают датчане. Кристиан Эриксен. Ну, не должен так слабо защитник играть на таком уровне. И пробил. Отличное спасение. Отбил мяч вратарь. Ты только посмотри на статистику матча. Игра идет очень активная, и мы успеваем разбирать только атакующие действия команд. Отличный футбол. Генрих Мхитарян. С мячом вперед он идет. Отлично защитник играет. Мхитарян. Очень грамотно он сыграл сейчас и перехватил мяч. А вот на поле готовится выйти свежий игрок. Замена будет в команде гостей. Да, ждет разрешение судьи. Без мяча они остались. Шанс убежать в контратаку есть у команды. На фланг мяч уходит. Пройдет тут навес. Он просто не заметил оппонента. Хороший навес. Вратарь тут хорошо играет. Угловой. Шанс выйти вперед. Подали мяч с углового в центр штрафной. Штрафной в пользу сборной Дании. Хорошо, он вперед идет. Играет в пас команда. Пас на Генриха Мхитаряна. Очень хороший перехват он сделал сейчас. Мхитарян! Голкипер справляется с этим ударом на отлично. Отличный чистый отбор. До конца второго тайма примерно. Минут 15, ну и плюс то, что добавит арбитр.
Четверть часа еще играть командам. Отлично он играет на перехвате. Очень хорошо игру сейчас прочитал. Пока неплохо. Уверенно они идут вперед с мячом. Хорошо увидел партнера впереди. Классно вратарь сыграл. Очень хорошее у него движение. И он умело воспользовался тем, что видел, как атака развивалась. И буквально сыграл на опережение. Ощущение такое, что команда осторожничает. А времени осталось совсем мало. Увидел открывание впереди. Делает передачу. И пробил. Как здорово сейчас играет защита. Очень хорошо он игру читает. Мастерски. До конца основного времени 5 минут. И за эти минуты можно успеть забить и выиграть матч. А счет пока что равный. Очередная точная передача в его исполнении. Он сегодня хорош. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Штрафной пробьют датчане. Всего 2 минуты осталось провести командам на поле. Именно столько добавил судья. Отлично защитник играет. Все, в ничью фиксирует финальный свисток арбитра. В ничью заканчивается этот матч, но не тот... Зелени. Sé que no estoy sola, me puedes oír. Desde el otro lado de la galaxia, yo te traigo un rayito de esperanza. Aunque creas que ahorita no hace falta, por si acaso yo te quiero decir que no estás sola. Por eso digo a los cuando se muevan las olas, ya tú estés aquí. Si a tus ojos no llega mi mirada, yo te soplo las nubes que te tapan y te traigo el color que te haga falta pa' que luzcas de una forma bacana. Yo te abrazo, te bailo y te cuido pa' que el mundo sea más suavecito. Мы снова на футболе. Отличные условия сегодня для проведения матча, до начала которого совсем немного осталось. Ваши комментаторы сегодня Константин Генич и я, Георгий Черданцев. Смотрим мы сегодня трансляцию матча чемпионата. Сколько финалов не посмотри, это никогда не надоест. Какие у тебя ощущения насчет сегодняшнего матча, Георгий? Вот, честно говоря, у меня ощущения очень хорошие. Команды неплохо готовые, здорово смотрятся в атаке, и я предвкушаю хорошую результативную игру. Следующий состав у хозяев поля сегодня с первых минут.
Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Мы видим состав команды гостей. Мы видим здесь ту же комбинацию, 4-5-1. Похоже, здесь все будет зависеть от мастерства игроков средней линии. «80% всех футбольных мячей в мире производятся в Пакистане, причем 3/4 из них в городе Сиялкот. Значительное число этих мячей из... Подготавливается с привлечением детского труда, хотя в последние годы эта проблема решается стремительно в пользу автоматизации процесса. Вперед он мяч тащит. Сложно у него мяч отобрать. А как насчет навеса здесь? Продолжают владеть мячом очень долго. Пора бы уже как-то обострять.
Здорово отобрал мяч у соперника, так что тот даже, по-моему, и не заметил. Хорошая возможность доставить мяч в штрафную, а там уже побороться. Пас на ход партнеру. И получается у него забить. Очень серьезное психологическое преимущество он сейчас для своей команды добыл быстрым голом. Повтор гола нам показывает. Очень хорошо он сыграл в атаке и смог сделать замечательный пас. Ну что, хорошим мы увидели гол, красивое исполнение и высокое индивидуальное мастерство. Да, очень смело здесь сыграл игрок. Он взял инициативу на себя и, как мы видим, не прогадал. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Есть хороший адрес для передачи. Поторопился игрок с рывком. Вне игры фиксирует арбитр. Есть место на фланге, чтобы пройти. Очень неуверенно в обороне сейчас сыграно. Следует скидка. Гол! Забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И из такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. Повтор гола. Очень хороший пас с откатом назад у него получился. И ворота бил он уже с близкого расстояния. Так что мяч точно в створ. Два мяча теперь одна команда ведет. Солидное преимущество. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. И есть на фланге место. Хорошо сыгранный навес должен последовать. Ну-ка, ты можешь все! Сейф, ну атака продолжается. Ха, с такой защитой мяч до вратаря может и не дойти. Отдает он передачу. И мяч потерян. Трибуны явно недовольны решением арбитра. Они уверены, что тут был пенальти. Робин Лод. Как здорово он мяч отдал. Отражает эту атаку, но мяч еще в игре. Блокирует он удар. Увидел открывание впереди, делает передачу. Момент отличный сейчас для удара. Отлично, вратарь мяч выбивает. Назначает судья угловой. Пошла подача. И легко забирает мяч вратарь. Ну, с такими ударами этот голкипер справляется очень легко. Честно говоря, смотря на статистику, особо не понимаю, как соперник сможет отыграться по такой игре. Счет не в их пользу, это понятно, но и по остальным цифрам не видно предпосылок для того, чтобы они совершили камбэк. И что дальше тут будет? Отличное оборонительное действие. Идут они уверенно в атаку. На грани фола сыграно, но нарушений нет, значит, было верное решение. У команды есть еще одна минута, ровно столько добавил арбитр к основному времени. Очень опасно может быть. Через фланг атака пошла, и тут есть свободное пространство. Как здорово он голкипера подстраховал тут. Да, очень вовремя оказался в нужном месте и спас свою команду. Арбитр дает свисток к началу второго тайма. Смотрим. Соперник теперь с мячом.
Хороший пас. Что дальше? Отлично задумано. Отлично исполнено. 5 баллов. Все четко вратарь делает. Удар получился не самым опасным, но и голкипер не теряет концентрацию. Уверенно и надежно он играет, что и требовалось доказать. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Отличная возможность забить. И вот удар. Попадает мяч в ворота после удара. Отличная контратака получилась. И главное, что получилось забить, повторяют нам этот момент. Ну, безусловно, этот игрок обладает высочайшим техническим мастерством, чтобы создавать и реализовывать такие моменты. Да, и совершенно непонятно, как защитники так легко дали себя пройти. На табло 3-0. Это разгром. Вперед он тащит мяч. Здорово отобрал мяч у соперника, так что тот даже, по-моему, и не заметил. Плохое первое касание было, и теряет он мяч. Без мяча остаются они. Поточнее бы сыграть сейчас. И есть вариант, куда сделать пас. И как он дальше мячом распорядится? Отдает он мяч партнеру. Нужно забивать. Ты видел это? Вот это да! Какой удар сейчас вратарь потащил! Чудо просто! И прямо в центр штрафной полетел мяч. Медленно затухла, как выброшена на берег рыба, атака этой команды. Тащит вперед мяч. И скоро на поле появится новый игрок, замена в команде гостей. Да, он уже готов выйти и ждет разрешения арбитра. Рикошет, мяч уходит за пределы поля угловой. Он подает в центр штрафной. Какую передачу он отдал? На грани офсайда хотел сыграть, не получилось. Чисто отобран мяч. К вратарю мяч прилетит, слишком сильная передача. До конца игры 7 минут. Матч подходит к концу. Еще чуть-чуть, арбитр зафиксирует их безоговорочную победу. Уверенно сыграл вратарь на выходе. Без мяча они остались.
Опасно это может быть. Ну, возможно, в следующей атаке им повезет больше. 2 минуты еще играть, именно столько добавляет судья. И все, арбитр дает финальный свисток, хозяева празднуют. Об этой игре много говорили, ее долго ждали, и вот, наконец, она начинается. Смотрим этот матч вместе через несколько секунд. Дождливая погода сегодня сопровождает начало матча. Один из редких случаев, когда перед экраном смотреть матч уютнее. Георгий Черданцев и Константин Генич сегодня смотрят футбол вместе с вами. Трансляцию матча чемпионата приготовили мы для вас сегодня. Думаю, суперматч ждет нас, Константин. Спасибо, Георгий. Думаю, хороший футбол мы сегодня должны увидеть. Обе команды готовились к этой игре и постараются сегодня взять 3 очка. Будет ли это просто или нет, мы узнаем. Но точно будет интересно. Уходит мяч к сопернику. Играют они в пас. Важно подавать тут. Как хорошо он игру прочитал. Отличный пас в разрез. Ждем угловой. Идет в штрафную мяч. Команда с лучшей защитой в лиге играет против клуба, который меньше всех забивает. Я бы, честно говоря, статистике сегодня не очень доверял. Тут все может случиться. Опасно тут может получиться. Гол! Как вам такое? Быстрый гол получается забить, и это очень весомое преимущество на старте. Повторяют голевую атаку. Отличная передача в разрез пошла. Но нападающий сейчас сыграл на уровне экстра-класса. Блестящее индивидуальное мастерство. Да, оборона развалилась. И похоже, что защитники просто наблюдали вот за тем, как мяч влетает в их ворота. 1-0 в нашей игре. Из-за боковой будут мяч в игру вводить они. Потеряли они мяч. Очень хорошую атаку удалось защите прервать. Хорошо, сейчас мяч ходит у команды. Нужно пробить.
Гол, забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И из такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. Нам повторяют забитый мяч, и еще раз мы видим, насколько без проблем отправил игрок мяч в сетку. Оказался он близко к воротам, и никто не смог помешать ему забить. Только он разве мог промахнуться, но он этого не сделал. 2-0 счет теперь. Кто знает, может быть, еще голы мы увидим. Может получиться интересная атака. Генрих Мхитарян. Вот так надо играть в обороне. Вовремя блокировать удар. Салай. Есть у него с кем сыграть в атаке. Классный отбор. Можно играть. Отличный шанс есть для контратаки. Не смогли они мяч удержать. Рикошет и будет аут. Ходит мяч у них. Опасно тут может получиться. Опасно как! Отличный удар с лета. Он здорово поймал мяч и классно пробил. Чуть не повезло ему в этом моменте. Все верно. Пора сместить акцент атаки. И пойдет он дальше сейчас. Перекладина, но мяч в игре. Хорошо вратарь играет, с ударом уверенно справляется. Просто, четко, надежно, как и должен действовать голкипер. И прямо в центр штрафной полетел мяч. И промазал, а мог бы уже хет-трик оформить. Ну, парень-то он настырный, сдается мне, мы еще увидим его сегодня в деле. Мяч будет введен в игру из-за боковой. Ушел мяч к сопернику. Но это уже совсем плохая передача. Нужно собраться. И возвращает он мяч. Шикарный пас получился. Из очень выгодной для атаки позиции он мяч выбивает. Одна минута добавлена к основному времени матча. Идет атака флангом. Тут есть свободная зона. Серьезный перевес одной из команд после 45 минут. This fight.